Доброе утро, уважаемые онлайн-слушатели. Я думаю, что со связью все хорошо. Ну, отлично. Владивосток на месте, начинаем. Доброе утро, уважаемые онлайн-слушатели. Меня зовут Улиген Уразалиев. Трансляция ведется ежедневно из города Алматы. Последний месяц мы с вами не встречались. Ровно 30 дней вы торговали самостоятельно. Спасибо всем за комментарии. Вот. И начинаем активно торговать. Я еще раз на графике покажу, что июль месяц не отличается динамичными какими-то ходами своими, поэтому это все вы увидите. Где мы находились после референдума, там мы и находимся до сих пор. Вот. То есть июль месяц это был замечательный месяц для того, чтобы трейдер немножко отдохнул. Вот. Завтра у нас встреча будет в Нижнем Новгороде, поэтому кто проживает в Нижнем Новгороде, мы с вами обязательно встретимся. И 8 августа мы с вами начнем уже плотно торговать каждый день вместе, рассматривая коридорчики. Я переключаюсь на экран для того, чтобы посмотреть, что же там происходит. И одновременно хочу увидеть чат. А где же чат? А, вот он чат. Спасибо всем. Вернулись. А такое ощущение, как будто бы вы каждый день торговали и не отходили от экранов мониторов. Вот, то есть знакомые все фамилии, знакомые все ребята, знакомые все друзья. Доброе утро всем. Начинаем. Итак, по нашей системе, скорее всего, у вас уже сформировался такой невооруженный взгляд, я всегда говорю. И я всегда говорю, невооруженным взглядом видно, где какая валюта находится. Вот. И прекрасно здесь видно, что, допустим, евро-доллар, согласно LastKeys, он находится в зоне селла и стремится к своему тейку 261, но почему-то здесь стоит buy, да, вы спросите. Но находится он по часовому графику, еще раз скажу, он находится в зоне sell. Один единственный выход с пробитием уровня 100 и идет к 261. Сейчас мы все это более подробно обсудим. Фунт-доллар, согласно часовому графику LastKeys, находится в зоне buy, то есть вот этими зелененькими зонами я отмечаю, где находится валюта. Помните, делите всегда зону на зону buy и на зону sell. Зелененькая, то есть это у нас buy, а в данном случае евро находится в sell. А у фунта зелененькая это sell, а в данном случае фунт находится в buy. Согласно LastKeys, по лудуге вышел на пробитие сотки, ушел и стремится к своему 261. По дороге ему мешаются наши любимые фиолетовые. Мы видим, как фиолетовое помешало на евро-долларе тютелька в тютельку. И вот в данном случае фунт тоже стоит на фиолетовой, думает, куда же мне идти. Также этим движением на часовом графике, естественно, мешают и 4-часовые графики, 4-часовые и дневные графики. Мы об этом сейчас поговорим. И невооруженным взглядом по золоту видно, что золото, согласно LastKeys, дотянулось до какого-то максимального значения, нарисовало полудугу, почувствовало нижний уровень, поплясало на нем лезгинку. И пробила этот сотый уровень, и вот этим часом она впервые будет стремиться к своему 261. Почему? Потому что активно так пробили еще раз 100. И идем. Раз, два, три, четыре, пять. У кого есть звук? У кого есть звук? Если у кого-то есть звук, напишите, что у вас есть звук. Здравствуйте всем еще раз. Я увидел комментарий, что звука нету. Если есть звук, скажите, звук есть. Продолжаем. А у кого нету звука, значит, у вас что-то там отвалилось, и нужно на место воткнуть все это. Вот. Поэтому, согласно LastKeys, согласно нашим полудугам, евро-доллар находится в селле, фунт-доллар находится в бае, и золото находится в селле. То есть это... спасибо, что вы написали, что звук есть. Это я к чему говорю, что когда вы приходите утром анализировать свои графики, вы должны разрисовать часовой график и понимать, что часовка начинает разворачиваться по евро-доллару, часовка разворачивается по фунт-доллару вверх, и золото начинает разворачиваться по золоту вниз. Вот теперь давайте раскроем графики и посмотрим, где у нас находится фиолетовый. Да? То есть когда-то евро-доллар по часовому графику двигался вниз. После этого евро-доллар начинает двигаться. Понятно, что он уже здесь, в данном случае он не двигается вниз, он двигается четко вверх.
Но с какой динамикой? То есть вот эти вот две свечи заставляют евро-доллар выскочить из привычного коридора, запрыгнуть на потолок и уже плясать на втором этаже. Вот. Далее после этого он уже и выскочил, и на третий этаж убежал. Вот, вот таким образом. И на третьем этаже был, но недолго. После этого он пробил третий этаж, почувствовал пол второго этажа, и в данном случае евро-доллар думает. Вот когда евро-доллар думает, нужно сразу открывать четырехчасовку и вот здесь по евро-доллару понимать, что за июль месяц по евро-доллару ничего не произошло. У нас было начало референдума. Помните вот это грандиозное падение? Черное, черное, черное. У нас был конец референдума. Все. И ничего страшного после референдума не произошло. То есть референдум разогнался вот отсюда, и референдум провалился вот сюда. Нужно еще один уровень поставить, который называется первая реакция после падения у референдума на повторное, ну, на повторное давление вниз. Это что? Беленькую свечку мы с вами отметили, теперь нам нужно отметить первую противоположную свечку, которая ну, пугала нас, что мы еще раз. И вот она здесь спряталась, да, смотрите, вот здесь вот между своими белыми братьями, но говорит о том, что она существует. То есть что? Низ белый мы отметили, растем, 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 и первая, да что такое, зацепилась. О, хорошо, что на место встала. И хай первой черной свечи. Вот. Именно вот этот хай черной первой свечи, он будет обозначать третий уровень. Для меня это вот три уровня. Я их пишу себе в голове. Начало референдума, лоу референдума и послекоррекционный начинает он заново как бы поход вниз. Вот именно с этой свечки, с хая черной свечи. Теперь давайте примем. Все зависло. Наталья говорит, что сначала у ней не было звука, теперь у ней все зависло. По-моему, ну, да. У Натальи Виноградовой все зависло. А я думаю, что трансляция продолжается, потом, поэтому я попросил бы Наталью, чтобы, если вы уж воткнули вот этот вот шнурок, то проверьте еще все остальные шнуры. Наверное, они тоже там. Все нормально, говорит Сергей. Итак, смотрите, то есть, когда я хочу понять, движется куда-то валюта или не движется, я должен понимать, что здесь выглядит вот таким образом. Для того, чтобы по четырехчасовке получить разворот, я использую вот такую Фибоначчи. И эта Фибоначчи называется падение референдума. Я ее временно называю в своей голове. Эту Фибоначчи называю падение референдума. Касания низа нету, значит, что мы делаем? Мы просто откорректировались до 50 уровня после референдума и как бы стоим на вот этом. То есть было падение и коррекция до 50 уровня. Раз чувствуем, а вот здесь раз почувствовали, два почувствовали, три почувствовали и пробили наконец-таки. Да, это 50-й. Но где-то мы находимся в коррекционном движении, не в нисходящем тренде. Сколько времени можно было отдыхать трейдеру? Давайте посмотрим. Еще раз вернусь, это первый уровень, это второй уровень, и вот он третий уровень находится. Этот третий уровень говорит о том, что согласно нашей стратегии, евро-доллар после референдума собрался идти в бай. Что у нас тут стоит? У нас тут стоит как раз таки бай. Вот. А как же растянуть Фибоначчи? Да все легко и просто. Во-первых, есть вот такая простая Фибоначчи. Касания низа нету и первый послереферендумный хай. Да? Вот. Эта Фибоначчи помогает просто понять, где вход в рынок. Где вход? Вот он. На пробитии сотки повторный вход в бай. Сейчас мы находимся опять на вот этом уровне 100 и стремимся к своему 261 уровню. Ага. Чтобы понимать, правильно ли это или неправильно, нужно поставить разделитель периодов. Ну, так как у нас сегодня первая встреча, поэтому я все подробно объясняю, а в дальнейших обзорах так все подробно не будет, будет просто тер-тер-тер, все, в бай зашли, вперед. А сейчас просто подробно объясняю, ну, потому что, ну, как бы, нужно понимать, да, с чего начинается торговый день. С того, что трейдер должен видеть, сейчас бай идет или сейчас сел идет. Естественно, сейчас идет сел. Вот, ну вот в этом четырехчасовом последнем поцелуе, очень красивый последний поцелуй, выглядит это вот таким образом.
То есть это sell, пробитие сотки, оттестировали его уже с обратной стороны, но идем вниз. Ну, оттестировали, идем в sell. Даже по 4 часовке идем в sell. Но нужно понимать, а были ли у нас тейк-профиты вверх? Помните, я говорил, есть ли недобитые цели или нету недобитых целей? И давайте спросим вот, ну, вот у этого нисходящего движения, кто был самый низкий парень на деревне? Самый низкий парень — это вот этот вот блондин на одной ножке. То есть он говорит, я самый низкий парень на деревне. Отлично. Значит, от этого низкого парня, давайте увеличим, нужно растягивать Фибоначчи. Фибоначчи начинается все со свеча в свече. Ну, так как он самый низкий, рядом с ним стоит его комплект свечей. Выглядит это таким образом. Не будем вдаваться здесь в подробности, кто где был, да? Потому что там уже нужно перетягивать, а низ не меняется. Все это вот так перетягивается, перетягивается, а низ не меняется. Но давайте посмотрим. Низкий парень свеча в свече добился своей цели. Он даже здесь где-то добился своей цели, но даже если он там не добился, смотрите, выход с пробитием 423-го, к примеру, и должен идти там на 1109 уровень. И вот он после пробития 423-го аккуратненько пошел на 1109 уровень и отдал кому-то там take profit, внимательному трейдеру. Вот. А если кто-то, соответственно, не забирал этот take profit, он начинает тянуть свои take profit, и давайте посмотрим, вот он. Это же свеча, которая агрессивная, пробивает соточку, добавляемся и забираем свой 261. Спокойно, без мучений, забираем 261, работаем вверх. Работаем пока вверх. Почему? Потому что, ну, вниз у нас пока ласткисов нет никаких. Заметьте, вот перетянули, низ не трогаю. Вот, и 261 забираю. Но у нас есть правило номер два, где нужно подобрать более подходящую свечу. То есть здесь можно сюда подвинуть. Это роли играть не будет. Дело в том, что вот я получаю письма, согласно правилу номер два, что-то там не то пошло. Правило номер два нужно для скорейшего получения тейк-профита. Для скорейшего получения. Больше оно ничего не нужно. Но даже если вы не успели применить правило номер два, вы через некоторое время получите свой тейк-профит. Ну, через некоторое. Ну, здесь произошло одновременно. И по номеру два, и поэтому все сработало, все отлично. Теперь давайте уменьшим, чтобы было понятно. Что делает трейдер, который по евро-доллару работает? Он держит свой тейк-профит, либо его получил, либо его держит и перетягивает постоянно. Но во время перетяжки уровень 100 должен пробиваться агрессивной свечой. И вот здесь он видит последнюю агрессивную свечу, видит уровень 10574, проверяет клосс этой свечи. И клосс этой свечи 10576. Вот. Значит, что он видит пробитие уровня 10574, и нам нужно на пробитие, еще раз повторюсь, агрессивная свеча. Ну, то есть не какая-то там маленькая свечка, которая еле-еле свое тело вытащила за сотый уровень, а агрессивная свеча. Все пробило, заходит спокойненько или там, ну, продляется. Касания 76 нету. Пробитие 161 тоже идет агрессией. И вот эта свечка служит для того, чтобы можно было перетянуть Фибоначчи дальше. Пробитие агрессивно. И вот таким образом мы пришли к чему? Мы пришли к тому, что люди до сих пор держат бай. Почему? Благодаря вот этим двум свечкам. Вот эта свечка, агрессия, она позволила удлиниться вот здесь вот и забрать 261 тютелька в тютельку. Обратите внимание. Вот. И вторая агрессивная свеча позволяет нам еще раз удлиниться. И в данном случае стоит стоп-лосс 76, стоит тейк-профит 261, и сделка уже находится в плюсе, да? Вот, сделка находится в плюсе. То есть пока кто-то тянет прибыль, другие ласкисы могут свое не отработать. Мы об этом уже с вами говорили. Вот. Поэтому вот этот ласкис, который в данный момент сейчас смотрит в противоположную сторону, он находится в выгодном положении в sell. У него стоп-лосс недалеко, в принципе, да, но он находится против огромной армии людей, которые в июле месяце поставили бай, поставили стоп-лосс и уехали на Гавайи. Это я не говорю про трейдеров, которые, ну, у которых небольшие депозиты. Я говорю про какие-нибудь там хедж-фонды, про банки, которые говорят, слушай, давай вот евро-доллар купим,
Вот. И все, и поехали. Там сколько-то миллиардов они туда положили. А еще раз повторюсь, почему? Потому что после референдума евро-доллар находится в зоне бая. В зоне бая, но не в зоне села. Если бы, смотрите, евро-доллар был вот здесь где-то, то мы бы говорили, евро-доллар после референдума в зоне села. А он провалился на референдуме, нарисовал рейндж референдумный и пробил его. И сейчас вот от сотки вместе с часовыми вот этими ребятами хочет идти куда-то вверх. Напомню, это лично мое мнение, то есть это нет никакой рекомендации. Я думаю, что так, согласно ласткису. Потому что вот этот вот ласткис, да, вот он красивый, все стоит, но он как будто бы один против толпы. Вот он один сейчас разворачивается, а толпа ему говорит, ну ты что, мы же все вверх идем, и тем более мы находимся выше референдума. Ну, примерно вот так. Вот эта вот черная, она имеет очень большой смысл. Следующая валютная пара, потом, если будут вопросы, вернемся. Следующая валютная пара – фунт-доллар. Невооруженным взглядом видно, что фунт-доллар по часовке двигается вверх, у него восходящий тренд. Каждый следующий хай выше предыдущего хая, каждый следующий хай выше, и каждый следующий лоу тоже выше предыдущего лоу. Все, вы говорите по часовке. Если кто-то скажет, что фунт-доллар идет вниз, пусть первым кинет меня камнем. Вот. Все скажут вам, что фунт-доллар идет бай, ну, вверх. Я даже, знаете, ну, я всегда вот рассказываю про свою бабушку, я когда вот уже голова кипит, уже ну, делаешь вроде анализ, потом все это убираешь, бабушку зовешь и говоришь, бабушка, куда идет вот этот график? Она говорит, вверх, конечно. И когда она говорит, вверх, конечно, про себя думаешь, зачем я целых полтора часа делал анализ, когда можно было спросить у бабушки. Даже бабушка видит, что фунт-доллар идет вверх. Вот. Но бабушка не видит четырехчасовку, а вы ее видите. Поэтому давайте посмотрим на четырехчасовку и спросим, где начался референдум? Он начался здесь. Спросим, где кончился референдум? Он кончился здесь. Вот. Спросим, сколько дней по фунт-доллару трейдер мог отдыхать? Ну, уехать, не торговать по фунт-доллару. Спросим у кого? Спросим у Фибоначчи. Фибоначчи ответит. От белого до черного, растягиваем. Вот он один единственный вход. Это было 30 июня после референдума. Стоп-лосс 76, тейк-профит 261. Касания стоп-лосса не было. Чувствительность 161 было. Находимся опять в районе сотки. К 261 не ходили. Июль месяц можно было на фунта вообще не смотреть. Можно было просто сидеть и понимать, что вход был 30 июня, стоп-лосс 76, тейк-профит 261, его так и не задело. С ним ничего не произошло. Но, согласно референдумной Фибоначчи, где находится фунт-доллар, в бае или в селе? Если мы посмотрим по евро-доллару, то после референдума евро-доллар почему-то залез в бай. А если мы посмотрим по фунт-доллару, то фунт-доллар после референдума должен был либо выше вот этого уйти, либо должен был уйти ниже вот этого. Он как раз таки ниже вот этого и ушел. Вот и все. То есть, если мы у бабушки по часовке спрашиваем, куда идет фунт-доллар, она нам говорит, фунт-доллар идет вверх, но мы знаем, что фунт-доллар идет вниз, ну, находится в зоне села. Нет, если он сейчас залезет вот выше вот этого хая и закрепится там телом, то слова бабушки будут подтверждены еще и на четырехчасовке. Окей, следующая валютная пара – золото. Золото активно двигается вверх, я не знаю, кто его покупает. То есть, ну, грубо говоря, у золота был нисходящий тренд. О, да что такое? У золота был нисходящий тренд. Это я часовку сейчас рассмотрю. После этого, смотрите, мы пробили, оттестировали, пробили дальше. Все идет по классике. Здесь тоже по золоту ничего не портит. Все шло вниз, внезапно пошло вверх. Разворота по золоту пока нету. То есть многие сейчас вот трубят ну, по ласткису, что золото развернулось. Да, по ласткису оно развернулось. Для чего нам нужен ласткис? Ласткис, он предвестник разворота. И вот здесь вот можно забрать 261, если действительно золото пойдет. Да, по ласткису золото sell до 13.39 с применением правила номер 2. Ну, здесь выбирать. Ну, это не пойдет, вот это пойдет, вот это пойдет. Все. Что это было? Раньше наша стратегия называлась рейндж и выходы из рейнджа до дальнейших уровней Фибоначчи. Сейчас она называется ласткис. То есть что это было? Золото шло,
дошло до верха, нарисовало рейндж, выход из рейнджа и идет двигаться к своим уровням Fibonacci. Опять зовем бабушку, и бабушка говорит, ну ты что, не видишь, что ли? Оно движет, ну бабушка, наверное, скажет, что здесь все вниз летит, потому что она же сюда будет смотреть, а на самом деле видно, что здесь все идет вверх. Где здесь правильная трендовая линия? Я, кстати, разучился ее рисовать. Вот все. Трендовая линия в данный момент пробивается. Ну так, хорошо пробивается, то есть это первый намек на то, что золото идет в sell. Вот, если мы что-то не можем понять по часовке, тут же открываем четырехчасовку, потому что это более точный график, и вспоминаем. Ага, золото же тоже как-то реагировало на референдум, начинался референдум вот здесь вот, кончался референдум вот здесь вот, и где же находится золото, в зоне sell или в зоне buy? И вы сами ответили на свой собственный вопрос. Золото находится ни в коем случае не в зоне sell, потому что у референдума есть еще первая вот защитная реакция, это low белой свечи. Вот. Туда мы не пошли, мы пробили верхний уровень и пошли как-то вверх. Вот. Но давайте посмотрим, а был ли здесь take profit. Вот здесь смотрите, разницу покажу. Если после референдума, смотрите, евро-доллар показал лоу и касания лоу не было, значит, работает какой-то большой последний поцелуй, то есть здесь не было перепоцеловки. Если фунт-доллар после референдума показал вот такой хай и ну, как бы не коснулся его, то есть там, естественно, не было никакой перепоцеловки, а вот у золота был тейк-профит, внутри коридора. Помните, у нас такое? Перепоцеловка — это take profit внутри коридора. Так вот, есть у нас low белой свечи, но если увеличим, вы посмотрите здесь классический take profit. То есть, кто перепоцеловал вот эту вот белую свечку? Давайте проверим. 340, 200. А, его перепоцеловала вот эта черная свеча, и у нее есть свой комплект белой свечи. Все. Здесь была перепоцеловка и был take profit, который нужно было забирать. То есть, считаем черное, черное, черное. Это, по-моему, тоже черное. 240, 200. Да, это тоже черное. Поэтому используем хай вот этой черной свечи и лоу вот этой белой свечи. Касания низа здесь нету. И здесь был один единственный выход. То есть чувствительность верха, нету входа, пробитие уровня и отдача 261-го тютелька в тютельку. Это был классический ласткис, который перепоцеловывал основного ласткиса. В нем нужно было забирать take profit. Но в данном случае, если мы смотрим, что золото пробивает что-то, мы до сих пор видим, что он находится в зоне бая на 161 уровне, на 261 уровне он еще не был. Уменьшу, и вы поймете. То есть, не так понятно, а вот понятно вот так вот. То есть, референдум подскочил и после этого начал первый раз корректироваться. В данном случае мы этот уровень пробили и стремимся вверх. Окей, поэтому я сейчас сделал общий обзор, но нам же нужно торговать. И как мы делали раньше, просто переходим на часовку и говорим, что у нас есть ласткис, который смотрит вниз. Выглядит он таким образом. Первый ласткис уже отдал свой take profit. Смотрите, это свеча в свече. Смотрите. Это был самый высокий парень на деревне. Прилепилось? Да, прилепилось. Один единственный выход. Здесь, по-моему, было касание, да? Стоп-лосса. Хай 12264. А, было. Один единственный стоп-лосс, выход вновь и достижение тейк-профита на 261. Свеча в свече отработал. Отработал. Значит, тянем дальше. И согласно правилу номер 2 оставляем вот здесь. Вот в данном случае работает вот этот коридорчик. Уменьшаем. И работает он. Это уже не свеча в свече, это уже полудуга с пробитием сотки, с пробитием 161-го стремление идет на психологию. А что за психология здесь есть? Смотрите, тейк как выглядит. 1-1-1-1-1-1-1-1-1. Я думаю, что этот евро-доллар стремится туда. 1-1-1. Почему у меня здесь 1-1? Разве это? А, ну да, хорошая цена. Видите, 1-1-1-1-1. Одни однерки. Поэтому согласно ласкиса, вы находитесь внизу. Но теперь посчитайте рентабельность. Если вы сейчас зайдете, это будет 54 против 32. То есть в риске будет 54 пункта, а в тейке будет 32 пункта. Нерентабельно. Если кто-то зашел здесь, я вас поздравляю. Ваш sell актуален до единичек. Вот, если кто-то вот здесь зашел, ваш sell актуален до единичек. Я бы поставил take profit
1-1-1-1-1-1-1-1. И мне кажется, он туда сходит, согласно Ласкису. Вот, поэтому ну, в самых начальных семинарах у нас с вами был такой комментарий. Неважно, куда смотрит четырехчасовка, неважно, куда смотрит дневка, и тем более неделька. А часовка, она первая показывает разворот и противоходное движение. 15-минутка еще раньше показывает. Поэтому мы работаем именно в таких вариантах, что мы хотим стоять у истоков разворота. И поэтому по часовке в данный момент sell. Следующая валютная пара. Ну, то есть здесь buy нету. И помните, по традиции у нас есть, ну как сказать, опасность, которая может развернуть. Поэтому вы ее легко растягиваете вот таким образом, эту опасность. И видите, что уровень 1.1140, он дважды сопротивлялся. Вот. Я сейчас, смотрите, пока не двигаю Фибоначчи. Ну, то есть можно перетянуть же сюда, к примеру, да, но я этого не делаю. Я оставляю и иду 1.1140. Потому что если он пойдет вверх, то эта Фибоначчи так и останется навсегда, потому что здесь автоматически выполнилось правило номер 2. Правило номер 2. Вот. Оно автоматически. То есть если сейчас пойдет все это вверх, то здесь нижний уровень ничего не меняется. И после пробития сотки сразу захожу до 12.336. Вот, а если она пойдет вниз и закрепится, я скажу, все, его перепоцеловали. Его. То есть опасность выглядит сейчас в данный момент вот таким образом. То есть вот в этом моменте мы можем развернуться, но на самом деле мы стоим сейчас в sell согласно Ласкиса с применением правила номер 2. И выглядит это вот таким образом. Очень агрессивное пробитие 161-го. Тейк здесь должен стоять только на 261, потому что выход из коридора был только с пробитием сотки. Окей. Следующая валютная пара — часовка. Вот. Ну, здесь тоже видно, что чтобы уйти в разворот, это нужно очень сильно постараться. Ласки с интересной мысли. Интердей, добро пожаловать. Др-др-др. Отлично. Вот. А, смотрите, чтобы уйти в sell, нужно очень постараться, поэтому здесь, скорее всего, работает buy. Чтобы уйти в sell, мы спрашиваем, кто был самый высокий парень на деревне среди черных. Вот он, среди черных был он. У него есть свой одноцвет. То есть это очень долго возвращаться сюда. Но здесь мы микроскопически, в принципе, без микроскопа видно. Вот этого парня перепоцеловала вот эта свечка. Значит, первая Фибоначчи, которая отправит фунт доллара в разворот, будет выглядеть вот таким образом. Но ее мы опять перепоцеловали, видите? То есть кто-то уже отрабатывал все это безобразие вот здесь. И кто-то сейчас сидит уже опять в селе. Опять в селе сидит. Но поэтому у меня вначале так было все разрисовано. Когда вот так вот несколько раз мы перепоцеловываем и уже непонятно, где кто находится, нужно сразу использовать правило номер 2. И понимать, что вот эта свечка будет командовать верхом, а вот эта свечка будет командовать низом. Поэтому Фибоначчи выглядит вот таким образом. Это первая Фибоначчи, которая будет, сейчас я уменьшу его, и которая будет действительно говорить о развороте. Почему? Потому что здесь очень много всяких уровней, которые еще, ну, говорят о том, что фунт-доллар двигается в восходящем тренде. Поняли, да? То есть если он не показал активный разворот здесь, то с применением правила номер 2 большую полудугу я вижу только таким образом. Но чтобы не запутаться, ну вот в этом безобразии, часовка обычно рисует безобразие, одним глазом смотрим на четырехчасовку просто и понимаем, да, что действительно у фунта нету ни в бая, ни в села, то есть у него нету никакой красоты. И последнее, что есть у фунтика, это есть трендовая полудуга, которую он в данный момент отрабатывает. Выглядит она вот таким образом. То есть выход и стремление к своему какому-то 200. Это тренд. А такого настоящего ласкиса в сел у фунта пока что нету. Пока что. Поэтому резюме какое? Евро-доллар в селе находится, в красивом селе до 261. Фунт находится нигде, нигде. То есть у него нету ласкиса, и это видно по рейнджу. То есть наша стратегия называется рейндж и выходы из рейнджа. А выхода из рейнджа пока что нет. Вот. И золото, согласно ласкиса, естественно, движется вниз. Очень просто. Спрашиваем, кто был самый высокий парень на деревне, находим последний одноцвет, растягиваем и получаем прибыль на 13.39 со стоп-лоссом на 13.58. И говорим о том, что золото уже постепенно начинает пробивать то одну фиолетовую, а здесь по дороге будет ее ждать вторая фиолетовая, а после этого по дороге ее будет ждать еще и третья фиолетовая. Примерно вот,
вот так вот будут фиолетовые помогать сопротивляться. Но следующая фиолетовая, она в принципе позволяет забрать 261 по золоту в сел. Вот. И чтобы понять, когда золото развернется, помните, на дневных семинарах мы с вами это делали, растягиваю Фибоначчи вот таким образом и каждый час перетягиваю. И говорю, что это самый низкий парень за сегодняшний день, а может быть и еще и за вчерашний. Да, а может быть еще и за вчерашний. То есть это будет коридор опасности. Так, растягиваем низ и цепляем каждый час за каждую следующую свечку. И по пробитии 13.58 мы уже знаем, что цель нужно забирать на 13.82. Окей. Комментариев пока не вижу, но вижу, что участники все на месте. Нефть одним глазом смотрим. Нефть по ласткису движется вниз. Вот опять-таки картина. Да? Я всегда говорю, в данной стратегии нужен только инструмент Фибоначчи и нужна фиолетовая линия. Ну, для того, чтобы понимать, пробили мы восходящий тренд или не пробили. Ну, то есть использую фиолетовую, вот растягиваю фиолетовую линию. Пробили, оттестировали с обратной стороны, сконсолидировались возле нашей фиолетовой, поболтали, покурили и полетели вниз. И полетели вниз. При увеличении графика. Сделайте смещение графика при увеличении графика. Хорошо, я постараюсь как-то сделать. То есть это я сейчас про нефть говорю, да? То есть пробили, постояли, полетели. Значит, куда мы летим? Мы летим вверх или летим вниз? Опять надо у бабушки спросить. Бабушка прибежала и говорит, ну, конечно, здесь вниз летим. И видно же, что вот здесь почему-то стояли, думали. Ну, стояли, думали, потому что здесь был уровень. Это дневка. Почему нефть мы рассматриваем на дневке? Потому что по четырехчасовке видно яркий нисходящий тренд. И по часовке видно яркий нисходящий тренд. То есть здесь никто не будет спорить, куда двигается нефть. Вот. Но часовка предвещает нам ранние развороты. Поэтому увеличиваем часовку и спрашиваем, кто был самый низкий парень на деревне. И нам скажут, что вот эта черная была самая низкая парня по часовке. Значит, у нее есть комплект своей белой свечи, своих белых свечей. Прошлым часом, который был вчера, по-моему. Что такое 29 июля? А что это такое вообще? У меня не та нефть. У меня нефть стоит еще. Но вы поняли, да, что я сделал анализ даже, ну, неважно на что, лишь бы был график. Короче, бай здесь. Но это не та нефть. Это не та нефть. Следующий. Российский рубль 66-62. Именно этот коридор соблюдается. То есть никуда мы активно не вырываемся, там, не знаю, на 72, на 78 или куда-нибудь на 54 мы не идем. А мы стоим 66-62. А, спасибо, Максим. Ага. 66-62. Но если мы хотим понять, был ли здесь вход по ласткису, просто увеличиваем и говорим, да, здесь был вход по ласткису. То есть в чем позволяет, в чем прелесть ласткиса? Что когда идет активный какой-то тренд, вы каждый день становитесь счастливым человеком. А когда становится рейндж, вы моментально становитесь несчастным человеком. С чем это связано? Что в рейндже нужно просто, я еще раз говорю, два варианта. Либо сесть на забор, либо 0.001, 0.02, 0.03, 0.02, 0.01, 0.03, 0.04, вылавливать этот рейндж. А когда он уже пошел, то тянем, вытягиваем, на сотках добавляемся и забираем. Ну, это об этом отдельный разговор. Поэтому спросим просто у российского рубля, кто был самый низкий парень на деревне. Он говорит, что вот этот лоу был самый низкий. Самый низкий. Есть одноцвет и применение правила номер два. Все. Значит, используем хай самого низкого парня, а здесь применяем правило номер два. Выход, касание стоп-лосса, 76-го нету и четкая отдача 261-го. В этот момент, когда 261-й коснулось, а там и 423-й, смотрите, коснулось. В этот момент, когда коснулось агрессия, здесь вот эта свечка, она и тейк-профит снесла, и не дала возможности растянуть. Но если бы она не снесла тейк-профит, сейчас бы люди уже вот так тянули бы. Выход, чувствительность 161-го стремятся на 67. Дальше тянут вот таким образом. Выход, за соткой находимся, стоп-лосс на 76-м, и цели у этих, кто тянул, у них уже цель 67 и 71. Вот. В уменьшенном виде это очень красиво смотрится, это на самом деле так. Это было коррекционное движение, импульсивное, которое устраивало новый лоу. Возврат на 100%
и пробитие хая, которое отправляло на новый лоу, значит, силы бая здесь больше, чем силы села. Силы бая, то есть мы всегда говорим, правая сторона коридора более агрессивна, чем левая сторона коридора. Значит, резюме, доллар-рубль собрался в бай. Но есть у доллара-рубля вот такое препятствие. По технике он стремится и на 71, и на 76, и на 84. Но есть Центральный банк России, который просто поставил здесь железобетонную стену 66 и говорит, граждане, россияне, не переживайте ни за что. Банк отвечает. Ну, к примеру. Поэтому техника смотрит вверх, но здесь есть железобетонная стена, которую контролирует Центральный банк России. Вспоминайте первую лекцию, базовую. Для чего нужен первый участник рынка Центральный банк? Он торгует на рынке Форекс не с целью получения прибыли, а с целью контроля своей собственной национальной валюты. И в нужное время он просто начинает обменивать в пользу своей национальной валюты. Ну, как делает японский банк? Нет картинки и звука тоже нету. Скорее всего, потому что время наше уже вышло. Я вас рад приветствовать в первый день после отпуска и вижу, что у вас очень много. Я на самом деле думал, что после отпуска приду, включу трансляцию, а там будет ноль человек. Почему ноль человек? Потому что, ну, кто-то в отпуск ушел, кто-то подумал, обзоров все равно нету. Вот, на самом деле я вас всех приветствую. Очень рад, что вы являетесь активными трейдерами и ежедневно торгуете целый июль. Ну да, целый июль торгуете. Вот. И поэтому желаю вам успехов на ближайший трейдерский сезон. Трейдерский сезон начинается 1 сентября. В августе мы так поторгуем немножко, а 1 сентября все трейдеры всего мира возвращаются на рабочие места и начинают активно гонять валюты в разные стороны. Не только валюты, но наши любимые активы, другие, золото и так далее, и так далее. Я с вами прощаюсь ровно на сколько часов? На 5 часов, да? Да. Я раньше говорил, на 6 часов. И мы с вами встретимся в 15:30. Регламент. Завтра утром мы с вами еще раз встретимся. А днем мы уже встречаться не будем, потому что днем мы уже будем в Нижнем Новгороде. Поэтому, кто живет в Нижнем Новгороде, добро пожаловать на встречу по поводу Ласткиса. Всем удачи на ближайшие 6 часов. До новых встреч.